Приветствую вас, друзья, с вами Саныч. Увидел у ребят на канале видео очень интересное про бортировку колес. Ребята со Stantex.ru, большое им спасибо. Мне очень понравился этот способ. Я просто решил проверить, можно ли будет сделать такое на скутере, вот, на скутерных колесах. Вот, так что смотрим. Вот есть колесо от Honda заднее. Для того, чтобы начать, хотя бы подложить что-то под низ, чтобы уберечь диск от повреждений и изолировать его там от грязи, от песка, который есть на полу. Вот, чтобы быстро спустить колесо, выкручиваем ниппель. Вот есть лопата, и с помощью этой лопаты мы отсоединяем резину от диска. Также и с другой стороны. Теперь берем вот такие стяжки. Стягиваем резину. Теперь, чтобы снять покрышку, нужно промазать мыльным раствором. Теперь с помощью монтировки мы снимаем резина у нас снята. Теперь эти стяжки можно снять и использовать повторно. Вот есть у нас покрышка новая. Мы берем стяжки и так же само сжимаем. Обработаем борты мыльным раствором. Определение вращения колеса показывает вот эта стрелочка. Теперь берем покрышку. И вставляем. Без помощи монтировки на это колесо поставить очень сложно. Теперь убираем наши стяжки. Теперь накачиваем наше колесо без вкручивания ниппеля.
Теперь накачиваем его до нужного давления. Теперь колесо готово. Вот таким образом происходит бортировка. В принципе, этот способ мне более по душе, и теперь я буду использовать его. У меня все. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Пока.